Татнефть-арена представляет. 10 февраля. Встречай день влюбленных с Big Love Show. Кабине тепло, нравится. Ильдус Хисматуллин работает на больших дорогах уже 4 года. Сегодня за рулем трактора с 6 утра. Расчищает последствия ночного снегопада. Результат труда все видно. Сагла, затор не были. И гололеда. Ответственность ведем, короче. Чтобы убрать быстро и качественно, пришлось перекрыть часть пути. Водители не ропщут, лишь бы проехать. Получше, конечно, можно с боков особенно. Пошире, да, потом узко получается, заужается. Вот, а так ничего. Ну, немножко еще и заледенение везде тут, потому что эта трасса не такая оживленная. М7, М7-то нормальный. Хорошо убирает, молодцы. Прям вчера вот ехал с Уфы, пурга там, метель. Все, молодцы, они хорошо прям убрали. Всего на дорогах республики установлено 56 вот таких метеостанций. Они в режиме реального времени фиксируют изменения погодных условий. Кроме этого, они определяют температуру дорожного полотна, чтобы своевременно сообщить об образовании гололедицы. На данной камере мы можем видеть температуру воздуха, температуру поверхности, влажность воздуха. Все данные с метеостанции отправляют к диспетчеру. Дежурят здесь круглосуточно. Работа дорожной техники и даже ДТП – все в зоне видимости. Под наблюдением почти 400 километров федеральных и региональных дорог. Работаем 24 часа в сутки, потому что работа сложная, потому что в любой момент, например, может там авария быть или затор на дороге, приходится ехать на дорогу там и выходные, и праздники. За содержание трасс Алексеевского и еще 4 районов отвечает одно предприятие. В его ведении 1300 километров путей. Зима в этом году, да, наверное, почти 2 раза больше уже снега выпало, чем в прошлом году на это время. И у нас приходится, вот даже получилось так, что все праздничные дни, выходные круглосуточно работали. На снегоуборщиков надейся, а сам не плашай, говорят дорожники. Даже при отлаженной работе соответствующих служб бдительность автомобилистам терять не стоит. Рамиль Галиуллин, Андрей Сентальцев, ТНВ, Алексеевский район.